В Шиерийском районе центр Рухани Жангру провел встречу молодежи с меценатами, уроженцами района. Приглашенные на встречу предприниматели – давно уже известные меценаты. Заботы о родной земле ими построены в районе объекты культуры, спорта, здравоохранения. В ауле Алгабас был сдан спорткомплекс. В ауле Ахмая – спортивные площадки стоимостью 70 миллионов тенге. В ближайшее время в аульных округах Жулек, Бистам, Нартай, Бекижанова тоже будут сданы спортивные объекты. И в ауле Тункерас по инициативе председателя хозяйства Тункерас строит спорткомплекс. Предприниматель из аульного округа Ортах в конце этого года сдаст бассейн. В ауле Бекижанова при поддержке меценатов строится врачебная амбулатория. Одна из меценатов Айткуль Абдыкадырова, бизнес-вумен, в течение 15 лет оказывает помощь малообеспеченным семьям, учредила стипендию для молодежи. Я занимаюсь предпринимательством с 1999 года. Открыла кафе и рестораны. Сейчас же, чтобы быть конкурентоспособным, нужно производить свою продукцию, создавать рабочие места. Поэтому с семьей открыли кондитерский цех. Цех по выпуску пластиковой продукции, детский сад на 50 мест. Мы узнали о пути меценатов к успеху, их достижениях. Они вносят свою лепту в процветание районов. Я считаю, что каждый гражданин страны должен быть патриотом и задаваться вопросом, что я могу сделать своему государству. Предприниматели оказывают большую поддержку развитию района. В прошлом году меценатами было вложено в разные сферы около 6 миллиардов тенге. В этом году планируется довести эту сумму до 22 миллиардов. Галымжан Жумназар, Аскар Тажиев, Алпамыс Ашырбеков, Турихан Хожахметов, телеканал Кызылорда.